вернуть законную зарплату. Системами защиты трудовых прав сегодня делились сотрудники прокуратуры во время видеоконференц-связи. На связи отделение прокуратуры всего Приволжского федерального округа. С проблемой несвоевременной выплаты зарплаты борются во всех субъектах страны. Задача общая – ликвидировать задолженность. И здесь чем тщательнее действуют органы, тем яснее результат. В нашей республике налажена практика межведомственного взаимодействия. Прокуратура еженедельно собирает информацию от налоговых органов, службы судебных приставов, центра занятости. Эти меры помогают выявить и латентную задолженность, скрытую от официальных сведений. В начале текущего года в порядке контроля нами проведена сверка с данными службы судебных приставов. Их дополнительно выявлено 31 организация, имеющая задолженность по заработной плате в размере около 19 миллионов рублей. После этого, в результате принятых мер как совместно прокуратурой республики, так и судебными приставами, на сегодняшний день погашены уже 14 миллионов рублей. Возбуждено 3 уголовных дела по статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом году прокуратура Чувашии помогла вернуть законную зарплату тысячам работников на общую сумму более 40 миллионов. В прошлом году эти цифры достигли 185 миллионов.